Всем привет, с вами Элис фон Блэк. И Сирил. Мы нашли новую карту, которая называется Random Unit. Суть игры раскрывается в названии. Мы с Элис фон Блэк будем сейчас врагами. Благо, have fun. Нам дается рандомный юнит, у тебя кто? Угадай. Ну, нормально. Мне дали. Я не знаю, где то. Я выхожу на мини-карте быстрее. А ты меня можешь видеть же, да? Да, и ты меня можешь видеть. Я мэр. Да. Все ясно. Так, еще здесь эти самые всякие... Так, подожди, вообще, у меня, у тебя атака... Так, понятно. Ты сильнее меня, я текаю отсюда. Подожди, я пока не... Мы должны драться! Это арена. Понимаешь? Ясно. Закон это я. Типа пока кто-нибудь кого-нибудь не убьет, да? Ну, типа того, да. Еще здесь выпадают всякие ништячки. Да свершится правосудие. Что-то я не могу ничего найти. Че это за кладбище-то тут устроил? Суд будет быстрым. Закон это я. Суд будет быстрым. Закон это я. Что это? Что? Такое английское. Что там? Я что-то подобрал. Позитив баф. Это... Что такое? Это... Короче, у тебя будет... Что-то позитивное. Ну да, какое-то усиление будет. Закон это я. Бывает еще негатив баф, это ослабление противника. Дэмэдж спелл, это... Ну, когда можешь через заклинание. Закон это я. Бывает healing spell, это... У тебя эта башня, как она? Ваше решение. Что? Бесконечно? Я не знаю. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Нет, нет. Суд будет быстрым. Что-то понаставил тут своих повсюду. Ничего не знаю. Во имя правосудия. Такая арена. Суд будет быстрым. Дорогие. У меня хп вообще убавляется просто так. Исполняю приговор. У тебя хп убавляется просто так, потому что я кинул тебя тот же самый дебаф, ну то есть травленный клинок, что ты на меня. Это... Вот, кстати, я выиграл. О боже, что это? Так, а, ты поняла. Кто? Ты кто? Ты кто? Я какой-то дебил. Понятно. Колдун. Мудрые слова. Ладно. Я какой-то дебил. Все, объяснила. Я темный тролль-охотник. Молодец. Понял. Так, я должен искать ништячки. Они тут есть? Приступаю. Эй-эй-эй, не трогай меня. Понял. Что-то как-то тут... Приступаю. Что именно? Поблизости нет ни одного трупа. Ага, ну, ладно. Понятно, то есть ты можешь мертвых воскрешать. Я хочу труп. У меня очень много жизни. Понял. Интересно, здесь есть труп? Нету. Ладно. Так. Нормально. Приступаю. Самое крутое, что вот эти все ништячки, которые падают, они все тоже рандомные. То есть нет никакой закономерности. Ты можешь никаких вызвать скелета, а можешь вызвать огненного голема, например. Нашла негатив баф. Так. Мудрые слова. Ладно, давай. Иди сюда. Я позитив увижу. Приступаю. Какие дела? Так. Земля содрогнется. Какого хера, блядь? Хи-хи-хи. Мудрые слова. Задницу иди. Задницу иди. Нет. Да. Нет. О. Понял. Приступаю. Я бегаю быстрее, чем твой. Блин, естественно, ты на него дебаф кинула. Я знаю. Понял. О, нормас. Приступаю. Что это? Мудрые слова. Я опять что-то подобрал. Ага. Так, как ты у тебя со здоровьем дела? Нормально. Все в порядке у меня со здоровьем. Опять негативка. Мудрые слова. Понял. Что там еще? Дебил. Приступаю.
бывает. Приступаю. О! Что? Ты пешек нашла? Да нет. Понятно, понятно. Где-то. А, так, а охренеть, после него труп еще остается. Да? Нормально. А ты где? Я не знаю. Тут я знаю. Уходи. Напали. Ну иду. Мудрые слова. А, ты накинула ярость проклятых. Я просто негатив пахнуть, я кинула, а там уж как получилось. Ну, извиняйте. Так, понятно. А, ну вот, все. Чем могу помочь? Ну, статуи у тебя, конечно, просто читерские. У тебя было под 100 атаки. Да, блин, вы издеваетесь, я дерево. Дерево? Ну-ка. Ядовитый энд какой-то. Понятно. Ладно. Окей. Блин, жалко, у меня нет никакого ловчего, ничего такого. Стой на месте. Так, а, то есть ты корни можешь кастовать. Это все, что я могу. Да какого? Твою мать. Я тебя этого, за тобой вот этого пошлю, а он только разбирается. Промах, блин. Спел я пропустил благополучно. Кто-то мне негативку поднял. Да блин. Так ты... нафига мне эта негативка, если меня твоя ящерица избивает? Не знаю. Где я? Я себя не вижу, я себя потерял. Я зеленый и невидимый. Дерьмо. У тебя ящерица, как, она по времени? Да, она сдохла. А, нормально. Ладно. Блин, если бы не твой самый инстон дурацкий. Ну, бывает. Самое интересное, вот там вот за деревом негативка лежит. Да-да-да, ее нельзя взять. Ее нельзя взять, она в прошлый раз там тоже была. Эй! Ничего не знаю. Вернись. Нет. Да. Нет. Да. Ходи медленно. Это чё? А, понятно. Чё? Хуй через плечо. Блин. Тут, блин, надо постараться ещё на самом-то деле. А, понял. Ну, охренеть, этот камень тоже не взять. Ну все, это ГГ называется. Я себе очень мало наношу, так что ты расслабься. Получай удовольствие. Очень мало наношу. Не слишком мало. О, вот это зашибись было. Охуеть. Ну, блин, на меня все еще действуют твои дурацкие корни, так что... Не корни, то есть я. И он, по-моему, не перестанет действовать. Ну давай, господи! У меня башня была в инвентаре, твою мать! Я поставила башню, только она почему-то не поставилась. О, так, плохо. Так, опять герой? О, супер, вообще великолепно. Мне бы так в лакере везло, а? Так, это я не смогу взять. Опять негативка туда пошла. Посмотрим. Несомненно. Блин,
еще и ближний бой. Посмотрим. Интересно. Еще и утро. Вообще пиз... капец, как все плохо. Позитивка эта падает просто из всех щелей, блин. Ты со своей гидрой. Что я-то? О, нормас. Несомненно. Во славу Неруба. Великолепное существо для призыва, по-моему. А что тебе не устраивает? Интересно. Меня не устраивает то, что этот дурацкий кобольд слишком слабый. Во славу Неруба. Посмотрим. Интересно. Иди сюда. Посмотрим. Жопу иди. Во славу Неруба. Несомненно. Ты там бегаешь. Им не уйти. Даже не знаю. Я тоже не особо знаю. Сваливаем подальше от себя. О. Давай, 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 двигай, что ты, блин, как мудак. Мудло. Несомненно. Им не уйти от меня. Во славу Неруба. Ты что так сразу к своей башенке бежишь? Ой-ой-ой. Ты-то чуть что сразу гидр на меня, чуть что сразу на меня... Эти из-под земли коли какие-то. Ну, у меня есть такая. Ну. Вот, вот тут тебе реально начало переть просто-напросто, а? Башня не вечная. Мне повезло просто. Так я, блин, вижу, что тебе повезло. Капец, как повезло. Ну, блин, я же не виноват в том, что мне повезло. Так я не виноват в том, что мне повезло башенку поставить. Я тут еще есть. Блин, не знаю, пощады. Посмотрим. Понятно. Им не уйти от меня. Во славу Неруба. Блин, не знает пощады. Им не уйти от меня. Блин, негативка так неудачно появилась опять, а? За деревом. Бегаешь тут, бегаешь. Ночью ждешь, да? А, точно, ночь же скоро. Я вообще забыл про нее. Да, давай убьем наших зрителей длинным видео. Вот он. Так. Кого ты... А, понял. Мне интересно, что там. А там ничего. Туда даже пройти. Нет, это конец карты, что-то хотела. Ну, мало ли там какой-нибудь... Плывет. Какой-нибудь ключик был? Мы остановились. Посмотрим. Во славу Неруба. Истинно так. Им не уйти от меня. Ну, добиваем, давай. Что-то. Только не бей меня, а то, блин, ты герой, и ты слишком сильный. Мне норм. И ты реально можешь меня добить сейчас. Все, нормально. Фух. Это было сложно. Ух ты, неплохо. Ага. Могло быть и хуже. Ну-ка. Негативка опять там! Так она там все время будет теперь. А ты волчонок. Я вижу. Волчонок. Есть. Понятно. Чё он? Теряю здоровье. Во славу моря! Что-то мне не нравится это. Что-то мне вообще здесь ничего не нравится.
Ну, из тебя должен появиться жучок. Он должен появиться, когда я умру. Я знаю, но Вот посмотри, кто я. Посмотри, кто я. Я тебя не вижу. Я справа. Как ты думаешь, кто победит, а? Не знаю, не знаю. Сравни нашу атаку, там, защиту и все остальные параметры. Ну, бывает. Ладно, против компьютера я играл эту карту, там это все просто было. А тут... Компьютер-то тупой. Он, в принципе... Он, в принципе, тупой. Да. Так что его победить даже вот так вот, с таким счетом труда не составляло. А вот с тобой, блин, тут все гораздо сложнее. Ну, чего ты хотел? Так. Я не компьютер. Я бы не заметил, что ты не компьютер. Ну, хорошо, хоть ты об этом знаешь. Так, так. Почему здесь ничего не появляется? Кроме негативки застрявшей. Может, ее чем-то можно... Ну, дерево это... Так. Не трогай меня. Надо убивать. Чего? Что тебя не устраивает? Все меня устраивает. Что-то маловато не нашел. Твоему этому послушнику. Жопу иди. Со своими зданиями. Раунд закончился. Почему? Фиг знает. Время вышло, что ли? Неплохо. Так. Так. Понятно, ты скрываешься. А ты кто? О, ясно все с тобой. Погоди, ты видишь эту самую белую точку? Ну как? Точку моего цвета где-то справа. Да. Я тоже вижу, это глюк. У меня там строилась башня, пока я этим работником был. Ясно. Так. Глюкануло слегка. Ты прям, блин, лютый человек какой-то. У тебя и здоровье, и оружие, то есть атака. Все на свете. Зато ты дальник. А я ближник. Зато я дальник. Вот ты все и делаешь, вот бегаешь от меня, все бегаешь и бегаешь, блин. Да еще почему мне остается то по-твоему, блин, бегаю и бегаю. Не знаю. Почему башня меня атакует? Башня меня атакует. Ну понятно, но почему-то у нее получается атаковать меня. Сюда иди. Заметано. Все, все, не трогай меня. Какой не трогать? Не знаю никакой не трогать. Напали. Так. Заметано. Ну чё, давай. Я знаю, ты сейчас башню поставишь. Ага. Упс. Да, я поставлю башню. Заметано. А я уйду. От твоей башни. Я-то чё? Ага. Заметано. Блин, это будет долго. Ага. Так, понятно. Заметано. Ты подобрал Summoning Stone. У меня, видимо, вообще шансов нет. Заметано. Теперь. Ну, не факт. Ага. Я ж не знаю, кого в итоге он призовет. Да, блин, учитывая, что у меня всякие... Я призвал себя! А, нормально. Помолись перед смертью. Он говорит, помолись перед смертью. Ага. Ясно тебе. Ну тут уже да, тут только молиться остается перед смертью. Помолись перед смертью. Не трогай меня. Моя копия все за тобой бегает. Это не я. Так, башня, спасай меня. Мне копию не жалко, пускай бегает. Что-то ничего не выпадает в последнее время. Ага. Отлично. Так, охренеть, башня ее дамажила-дамажила и нифига не продамажила. Ну все, да, это ГГ. Тут без шансов уже. Только пошла взяла штучку. Ну ладно. Ну ладно. Опа! А ты? Гидра. Ясно. У меня более-менее пик нормальный, но вот, блин. Ну ладно, допустим. Знаешь, что я под воду уйти не могу? Я же гидра, я должна любить воду! Не то слово. На нас напали.
Эй! Мне в этот раз повезло. Фу. Ну, гидро это тоже очень даже неплохо. Да ты гонишь, блядь. Вот, да это ты. Ты это, кто? Это я гоню, блин. Ты то кто? Есть быстрее. Ты где? Я справа. Я не вижу тебя. Так. А! Ты жучок. Ты жучки. Ты много жучков. Угу. Ты много маленьких жучков. А я, блядь, иду. Стрелок. Зато я быстрый. В каком-то смысле. Сделаю. Это что такое? А? Это че еще за песик, блин? Иду. Сделаю. Хорошо. Он такой лютый на самом-то деле, этот песик. Это песик. Уже в пути. Хорошо. Иду. По-моему. Дайте цель. Меня добил твой песик, просто. Ну просто он такой маленький, господи. Я могу вселяться. Прелесть. Естественно, я в тебя вселиться могу. Ну я думаю, что можешь. Это будет начать ГГ сразу же. Посмотрим. Ну, все. Шикарно. А ты где? Нигде. Все, нету ни одного у меня юнита, блин. О, так ты. Богато, богато. Дядя. Ну-ка. Нормально. Можешь попробовать захерачить, нет? А, ясно. Что это дает? Это ты? Или это твой призванный? Вот это мой призванный идет. Это что такое? Че это за мелочь такая? Там пузатая? Много маленьких юнитов. Какого хера? Ну вот. Что происходит вообще, я не понимаю. Это у меня заклинание такое, я могу призывать их. Я могу их убивать. Я заметил. Отлично, здесь еще и... Мелочь пузатая, иди сюда. Нет. Отлично. А, все были убиты, короче. Опять этот? Ой, да сколько так, можно? Так, о, понятно, ты меня убьешь сейчас. Блин, я хочу, короче, убью дерево снова. Это снести, но у меня нет заклинаний. Понял. Заклинаний нет. У тебя атака. Я хочу снести дерево, чтобы убью негативку снова. Забрать. Да там его не снести никак. Да блин, если бы у меня было чем, там, например, создать дерево из дерева. Энта, то бишь, понятно. Да. Ну, может быть, если там повезет. Так. Ну, только если так. Громы молния. Так, все. Нет, не тут. На... Мудрые слова. Ну-ну. Я просто подожду, пока пропадет твоя башня. Подожду. Мудрые слова.
Так и будешь прятаться. Угу. Молодец. Понял. Приступаю. Наконец-то. Понял. Приступаю. Мудрые слова. Так будешь бегать за мной? Да. Понял. Вот, еще меня спрашиваешь, так буду я бегать, это прятаться. Предлагаю следующий раунд такой, знаешь, чисто появляемся и сразу в бой. Ух ты. Земля содрогнется. Ты солдал меня. Да. Удар молнии. Нет, все, мне, короче, надоело пока что. Чем могу помочь? Или нет, или нет, или нет. Слова. Понял. Да вы гоните, за этим деревом уже целая коллекция собралась. Нет! Фух. Так, все, сейчас без всяких ништяков просто идем и в бой. Нормально. Уверен? Да. Ого! Знаешь почему? Почему? Вот почему. У меня есть очень крутое домашнее заклинание. Ты взорвал бочку? Нет. Странно. Интересно, почему я не могу тебя бить, если ты спишь? Потому что я неуязвим становлюсь. Печалька. Бочка вернулась. Ах, блин. Так. Длинный следопыт. Понятно, там я уже ничего не подберу. Так, ну-ка, у меня так, а я тебя... Ну, ты победишь в этом случае. Ты уверен? Угу. Посты здоровья, хп защита. Здоровье, атака, защита. У нас у обоих. Ты еще и быстрее меня, кстати. Я тебя еще и на атаку бафну. Великолепно. О, вот еще и потому что. Ну, короче, все, это КГ. В прошлый раз ты выиграл. Здесь лимит убийств 20, кстати. А сколько раундов здесь вообще? Мне что-то уже надоело. Так лимит убийств 20, говорю же. А сколько было? 7? Ну, или... я думаю, у каждого по 7. У каждого по 7 убийств. То есть 14. Вот, да. Так это не раундов будет 20, тебе нужно 20 убийств накопить. Так вы гоните! Это ты бы поставил или это по умолчанию? По умолчанию вроде бы. Да блин. Дерьмо. Ну, ставь. Ну давай добивай уже. Ну ладно. Короче, ладно, предлагаю закончить на этом бою. Итак, дорогие друзья, вы увидели карту Random Unit. Я Мишка. Ты в 200 раз сильнее меня, кстати. А ты кто? Наездник на волке. Ну так вот. Короче, дорогие друзья, вы увидели карту Random Unit. Это карта, ну, забавная в каком-то смысле, но правда... Ну, 20 раундов, конечно. Ну, 20 убийств, это, конечно, вообще... Да нет, на самом деле это один на один только долго, потому что мы тут друг от друга бегаем постоянно, башни ставим и так далее. Это, как всегда, компанейская карта. Ни много, ни мало. Ясно. Да. Это же... Не могу применять никакие заклинания, которые у меня... Фу, предметы, которые у меня есть. Это меня быстрее.
Ну, короче, вот такая карта, ребят. Если кому-то понравилось, скажите, мы вам ее скинем. Ну, это как обычно, вы знаете. Ну, что ж, спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. И да. До скорой встречи. До скорой встречи. Даже я тебя должен последний раз ударить. Стой, стой, стой. Не включай запись. Иди сюда. Ладно, я все равно быстрее тебя, я должен... А, ну, у меня еще вот этот есть. А, против магический щит. Нормально. Ну, печалька, да. Так, все. Ну, короче, понятно. Тут уже... ГВП. Все, теперь точно спасибо за внимание и до скорой встречи, дорогие друзья. До скорой встречи.